На реке Жайык возводят новую плотину длиной в 15 километров. Она станет продолжением старой. Таким образом, общая длина гидротехнического сооружения составит 100 километров. С ходом работ ознакомились мажилисмены Едиль Жанбыршин и Адиль Жубанов. Они встретились с жителями затопленных районов. К слову, восстановительные и строительные работы ведутся на канале Соколок в городе Атырау и нескольких районах области. Отмечу, только в Махамбетском районе из 21 населенного пункта 17 расположены на берегу реки Жайык. Поэтому задействованы все силы, они работают в круглосуточном режиме. Напомню, в Атырауской области в зоне потопления оказались жители Жилойского и Кызылкагинского районов. Чтобы большая вода не попала в населенные пункты, мы должны построить плотины, ограждения, создать запасы лекарств, продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Мы с местным акиматом вчера обсуждали вопросы о необходимости переселять граждан в безопасные места.